готовится. В годы войны за милую душу шел даже испорченный хлеб с червями, рассказывает ветеран Великой Отечественной Петр Горшков. Его сборник прозы и стихов «Горький хлеб тыла» заставил прослезиться и вспомнить о былом многих свидетелей военных событий. В книге собраны произведения не только самарских писателей, но и школьников, которые только берутся за перо. Наверное, со слов бабушки, дедушки, очень хорошо подготовлены. Наверное, очень интересовались, как жили. О войне дети не столько пишут, сколько читают. Библиотекари говорят, книги о героическом периоде нашей страны в детских библиотеках никогда не пылились на полках. Юные читатели зачитывают их до дыр. А в юбилейный год Победы эти книги пользуются особым спросом. Каждый ребенок также мечтает о подвигах, каких-то приключениях и даже о каких-то наградах. Они видят себя героями там, в каких-то сражениях. Учителя литературы и библиотекари обсудили на конференции в детской библиотеке патриотическое воспитание детей через книги. Участники поделились своими находками и опытом, а также смогли пообщаться с настоящим писателем и автором сборника стихов и рассказов про войну. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.